считаю, что мы можем сотрудничать, да, и с НАТО, и должны сотрудничать, и должны сотрудничать очень сильно. Да, ну вы и раньше об этом говорили. И я и сегодня говорю. И нейтралитет для нас действительно очень дорого обходится. И я всегда говорил, давайте мы не будем говорить или принимать решения на эмоциях. Мы уже 20 лет на эмоциях развиваемся и видим, как развивается на эмоциях. Четко все рассчитать. И тогда смотрим. Нейтральное государство Швейцария, да? Она выделяет около 1% из своего бюджета на оборону. У нее армии нету. У Швейцарии нету армии, но зато у них самая большая в мире милиция, так называемая. 250 тысяч, да, людей под ружье. И каждый человек в этой стране имеет дома свой автомат, свое боевое снаряжение и все остальное и прочее. Швейцария является одним из самых больших производителей и продавцов оружия. И этот 1% из валового продукта, это где-то 3,5 миллиарда долларов они дают на оборону. Мы в тот же момент 0,29, ну иногда доходит до 0,39, это 350 миллионов, где-то 25 миллионов долларов. Да? Это бюджет одного батальона американского, 700 человек. Поэтому мы должны знать, что нейтралитет действительно стоит.